сегодня с друзьями собрались на покатушки. Поедем на песчаный карьер. У нас сегодня очень много автомобилей. Есть и дизели, бензиновые движки в основном. Будем проверять узкая резина, широкая резина, блокировки без блокировок. Так что мы едем на карьер. Вам приятного просмотра. Решил всех обхитрить, по полевой дороге проехать. Ребята едут по грунтовой, мы по полевой. Соточку идем, вообще изумительно. О, красота, ребята, надевайся, по полям гонять. Не-не, пусть. Ну что, ребята, покатушки наши начинаются. Это примерно так выглядит. Основная группа у нас там стоит. Смотрим Алексея. Так, давай дальше, поехали. Вот здесь вот обычно бывают трудности у нас с автомобилем. Один и 6 ESP. Так, автомобиль. Ну давайте посмотрим. 2 самоблока. Стандартный двигатель, инжектор. Ну давай, Нивочка. Наша Нива — самая лучшая Нива на свете. По следам Дастера. Молодец! Молодец! 4507, 2.2 дизельный двигатель на механике. Вискомост на заднем мосту. Все, давай, пробуй. Так, сами все слышали. Он участвовал в моих покатушках один раз. Показал, ребята, отличный. Просто отличный. Смотрим. Давай, давай, давай дальше. Вот, здесь как раз препятствие, потому что много песка. И здесь автомобиль зарывает. Ну, во-первых, еще и вес. Сами видите. Бери, бери побольше разгончику. Давай, давай, назад еще сдавай. Ох, и накопал, ребята. Как вот следующие участники? Я не знаю. Ты все выключил? Все. Давай, давай, еще назад. Все, давай, жми. Все, давай, давай, давай. Ничего нет такого. Один обычный движок 2106. Блокируйся сразу, и вторая понижена, газ пол, только тогда сможешь проехать. Давай, ждем. Ну вот, стандартный автомобиль у нас. Дифференциалы у нас свободные. Давайте посмотрим. Ну, давай. Вот здесь вот песок начинается. Вот в этом-то немножечко и проблема. Ну ничего, у нас есть попыточки. Ребята там стоят, у нас смотрят. Давай, давай, давай. Нет, не получается, не получается. Тяжело. Как знаете, у них... Движки у всех одинаковые. Ничего тут нового выдумывать не будем. Нет, наверное, не сможет.
Давай прямо оттуда. Давай, давай, давай. Давайте, дадим фору. Так, ну чуть-чуть получше. Нет, все равно не хватит. Не хватит, ребята. Нет, все. Отставить. Не хватает. Давайте следующего участника. ESP. Все. Все, поехали. Дизеля у нас, правда, не было. Объем полторашечка. Ну, давай, дизелек. У него крутящий момент должен быть хороший. Давай, 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 туда. А, снесло, ребята. Чуть-чуть. Стоп, подожди. Прямо. Давай потихонечку. Давай еще назад, поехали назад. Ребята, ага, давай, давай, потихоньку спускайся. Очень опасно, машина, ну, хочет вверх попробовать. Спускайся, спускайся, спускайся потихоньку. Нет, по той траектории пошел. Отпусти, отпусти тормоза, катись назад. Отпусти тормоза. Все, давай, давай, скатывайся. Вот так вот, ребята, очень страшно здесь. Очень большой подъем. Пыжик у нас спустился. Потом мы тоже прокатим. Сейчас у нас упражнение. Мы всех участников пока прогоним по этой траектории. Там у нас тоже вверх пошли. Ну, поехали. Давай, 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 давай. Опа, видите, уже все. Крутящий момент. Больше, и он просто зарылся. Сейчас, знаете, накопает. Там, наверное, никто не приедет. Так. Алексей, помаши ручкой. Ну, давай еще попытка. Смотрим. Ну, что-то как-то слабо разгоняется. Блин, ну не знаю, ESP, полторашка, дизель. Не хочет ехать, не хочет. Давайте следующего участника. Дизель, 99 лошадиных сил. Стоит задний принатяг заводской и больше ничего. Рацию назад верни. Механика, автомат. Механика. Давай, ждем. Ну, все, слышали сами про автомобиль. Давайте, болеем. Митсубиши. Митсубиси, как правильно, напишите. О, разгончик такой неплохой. Давай, давай. Давай, крути. Нет, пока не захотел. Упыли, ребята, аж ни машину не видно. Фу. Давай, давай, поехали еще. Вторая попытка. Теряет, теряет. Но нет, нет. Ну еще, знаете, наверное, все-таки нарыли и все на это. Третья попыточка. А, он другой. Ну давай посмотрим. Нет, 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 нет. Все, встрял. Следующий. Еще раз все-таки решил. Решился, решился. Давай, крути. А вот, между прочим, колеса по диагонали крутятся. Фу, гад. Нива 1.7, 4-ступка. Занижение 4.47, назад к 31 редуктора, 21.01. И самоблок сзади, вал рейсинг 70. Давление какое? Че-че какое? В колесах давление. Единичку поставил во всех четырех. Давай, поехали. Четырехступка, конечно, интересно. Пара занижена. Будет. Наверное, по приколу. Смотрим. Неваз красивый.
Вторая попытка. Ну как, тяжеловато идет почему-то. Прям тяжеловато. Стоп вообще идет. Внешний вид, ребята, карьера. Очень красиво здесь, конечно. Очень такие, знаете, высокие подъемы. Попытка номер три. Даем всем участникам по три попытки. Тем более он стравленный до единицы. Нет, 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 не идет, все. Давайте ждем следующего участника. Нива, инжекторный движок, небольшой лифт 4 сантиметра и колеса, больше ничего нет. Все, поехали. Смотри, двухлитровый, ой, полтора-литровый дизелек, он заехал. Граната, конечно. Нет, 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 тоже не хватает. Куда он заехал? Мы вон до моего места доехали. А потом пустим лидера нашего по этому следу на Дастере 1.6 ESP, посмотрим, заедет он, не заедет. Вот за это фон дает. Точно. О, разгон хороший. На первый пониже, наверное, идет. Ой, давай, 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 давай. Молодец, газу, 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 газу. Отлично, молодец. Абсолютный ток. Блокировок нет, ничего. Движок, карбюратор. Давай, три попытки. Вот, ребята, карбюратор. Интересно, победит он в современной автомобиле, которые инжекторные. Смотрите, карбюратор. Даже разгон, мне кажется, бодрее. Нет, не хватило. Не хватило. Давайте еще попыточку дадим. Фуру разгона взял, метра, наверное, полтора-два. Нет, 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 прыгает, 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 и все-таки не получилось. Ждем третью попытку. Третья попытка. Давай, 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 давай. Все, нет, ребята, нет, 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 нет. Следующий участник. Артем спускается. Ну, по горизонту видно, да, какой склончик по горизонту, оцените. И там, смотрите, сколько. У меня есть видео, где я там на том склоне чуть-чуть не перевернулся. Ребят, ну реально страшно спускаться. Там именно надо колеса держать постоянно ровно. Все, спустился. Давайте ждем следующего участника. Человек попросил еще раз попробовать. Нормально идет, идет. О, ладушка гребет. Нормально. Извините, сток на автомате. Пробуем. Смотрим автоматы. Участник участвовал в наших покатушках. Давайте, ну. Смотрите, вот новое стекло. А, ребята, приезжайте к нам, приезжайте, катайтесь с нами, ребята. Пишите на почту свой номер телефона, я вас добавлю в нашу группу. Полный привод, 56 называется, в Вайбере. Ну, я имею в виду, кто в Оренбурге, в Оренбургской области. Вот так мы проводим время. Чем сидеть на диване? Приезжайте, приезжайте с нами, катайтесь. Очень интересно, время провести, чай попить.
Это кто у нас прокатнулся? Стоят, обсуждают. Да? Нормально. Давай. Фору где-то метр, да, взял? Фору, наверное. О, разгончик есть, 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 есть. Давай, 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 давай. Отлично. Газу, газу, газу. Так, не получилось. То есть тут два препятствия. На одну горочку заезжаешь, есть место для рывка. И заезжаем дальше. Давай, крути. Давай дальше, дальше, бери больше, 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 больше. Давай, давай, давай. Все, поехали. Все, заехал, ребята. Молодец. Следующий участник. Пробует, пробует свои силы. Здесь можно пробовать через каждые 100 метров. Песка достаточно на этом карьере. 1,6, автомат. О, автомат, давай поехали. Вот, ребята, Гранта на автомате. А интересно, надо было спросить, как он в драйве или на второй поедет. Я нахожусь очень высоко, вот смотрите, я отдалил. Как далеко уедет Гранта? Смотрим. Все. Вот вам разница. Полный привод и монопривод, ребята. То есть проехал максимум по песку метр. И забуксовал. Молодец, не испугался. Молодец, человек. А пыли как отпутило? Да, пыли как. Попытка еще одна. Максимальный разгон, ребята, максимум. Вау, как полноценный джип заехал. Все. Спасибо участнику, молодец. Не испугался. Мой автомобиль, совершенно другой водитель. Смотрим. Два самоблока ВТ. Нет, все-таки, когда другой водитель, машина едет немножко по-другому. Не чувствует. У него короткая Нива. Самоблоки Доктор Драйв стоят. Ну, сейчас, если не заедет, пойду попробую сам. Смотрим. Тут надо газ пол давить. Нет, не хватает. Пойду сам попробую. О, давай, 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 буксуй. Давай, 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 давай. Самоблоки АВТ работают, крутят. Побуксуй немножко. Ну как, красавчик, давай. Ух ты, молодец. Выше меня заехал. Доктор Драйв пока. Выше меня заехал. Разгон один и тот же был. Еще попыточка, давай, давай, давай. Ух ты, ребята, на Докторе Драйве. Смотрите, как высоко заехал. Красавчик. Или то, что она легче, я не знаю. Короткая Нива.
Здесь реально перевернуться, просто реально можно. Артем у нас, смотрите, куда забрался. У меня камера даже не фокусирует на нем. Ну, красавчик. Так что, видите, на песках мощность движка мало что решает. На песках ты будешь буксовать и не более. На мощном движке ты. Ребята, он единственный заехал. Смотрите. Реально единственный заехал туда. Вот Артем. Без всяких самоблоков, без всего. Ну, заедет. Ну, резина у него типа грязевой стоит. Давай, 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 давай. Все. Но все равно красавцы. Красавцы у нас, ребята. Леха у нас там. Где не у вас зашел. Алексей пытается. Пыль у нас кругом. Ну, сейчас уже вечер. Уже прикольненько. Не так жарко. Все, нет, смотрите, Adasters ESP 1.6 туда не зашел. Зашел обычный Nivaz на грязевой резине без каких-либо самоблоков. Вот так-то, ребята. О, еще дальше проехал. Красавчик. Давай. Ну, нет, нет, нет. Попробуй еще разок. Там заметено как-то. Молодец. Руль прямо. Так. Спускаться, конечно, опасно. Руль не так повернешь и можешь, ребята. Больше разгона берем. Ну, и заехала, естественно, за счет инерции, вон, повыше. Еще попытка. Ну нет, все, один и тот же результат. Сейчас мы будем сравнивать АВТ и Доктор Драйв блокировки. Вот по этому следу будем заезжать на первой пониженной. Сравниваем АВТ, первая пониженная. Поехали. Зашел. Сейчас доктор у нас. Зрители жарят шашлыки. Отдыхают, с детьми приезжают. Все у нас отлично. Короче, у нас тут развлекуха идет конкретно. Шины не цепляются. Песок настолько плотный, ребята, что жесть, конечно. Ладно, смотрим. Доктор Драйв. Доктор Драйв. Первая пониженная. Результат тот же самый. Ребята, вот вам факт. Нивы проезжают спокойно здесь. Дастеры всегда виснут. Клиренс вроде бы и одинаковый, да? Но почему дастеры виснут? Сколько не было, сколько я не тестировал, постоянно висят. Дастер вытаскиваем. Ну, он что, в два раза тяжелее. Вот такие дела. Горочку кто выше поднимется. Грязевая резина. Виталь, давай, за ним заезжай. За ним! И сейчас посмотрим сразу. Ух ты, смотрите, все оно собирается хорошо. То есть у его следы у нас без самоблока, без всего, заезжает добротно, конечно, автомобиль. Поехали. У нас сегодня песочный батл. О, газу, давай, давай. Нет, старт. Фальшстарт, фальшстарт. Все, давай. Максимально, максимально.
Нет. Все так же, все так же, ребята. Нет, результат хуже. Метра на два, наверное, результат у него похоже получился. Спускается. И здесь разгон больше не возьмешь. Вот упираешься просто. Смотрите, бампер упирается. Все. Давай! Ух ты, молочек! С одной блокировкой. Заниженные пары. Нормально. Пока лидер. Лидер. Ну, еще попыточку. Глушак у него там, все дела. Нет, не хватило. Ну что, Пыжик решил сказать свое слово. Побить рекорд НИФ. Пристрелочный, первый пристрелочный. Давай, давай, давай. Все, стоп. Поехали. Рекорды. Так, до рекорда пока не доехал. У первого был пристрелочный. Все потом сразу на мойку. Себя мыть. Нет, там не мойка, там... Песка будет немерено. Так, 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 нет, метра два не хватило. Ну, еще разок. Давай еще разок. Не стесняйся, дави на газ. У него аж эти клапана стучат. Все, нет, не побил рекорд НИФ. Давайте следующего участника. Так, рекорд не побитый, с двумя блокировками было, пока. Ну нет, так же, что с одной блокировкой, что с двумя блокировками, пока у нас не получается. Давай третью попытку. Рекорд надо побить. Убирайте, это отечественное, вот это вот. Акустика. Эмулированное. Ура! С двумя блокировками доктор Драйв все-таки побил пока. Но нет, есть, есть, чуть повыше. Пробуем Дастер. ESP 1.6. Поехали? Да. Давай, давай. Ну, турбину нагревает, погнали. Нет, 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 пока не получилось. Ну, это был пристрелочный. Так что я говорю, в песках мощность двигателя, в принципе, не решает, да? Даже наоборот, закапываются быстрее. Нет, что-то совсем как-то не так.